Новый офис в удобном месте. Рассчитываться за газ жителям Южноуральска теперь будет проще. В центре города компания «Новатек» открыла офис. Подробности у Игоря Галактионова. Чтобы могли узнать движение денежных средств, какие платежи поступили, какие, может быть, потерялись, а абонент утверждает, что они были оплачены. Также мы можем распечатать квитанцию. Этот терминал – первое, что видят клиенты в новом офисе компании «Новатек Челябинск». Пара нажатий на мониторе, и можно получить полную статистику по своему жилью. Узнать размер платежа в этом месяце, внести показания счетчика. Рядом окошко с двумя операторами. Они помогут тем, у кого возникли вопросы. Очередей в новом офисе не будет. Но даже если возникнут, взрослым предложат скоротать время за чтением газеты. А детей ждут цветные карандаши и бумага для рисования. Торжественное событие сегодня, то, которое происходит, оно направлено на то, чтобы еще быть ближе к нашим потребителям, еще ближе быть клиентам. И самое главное – это удобство, чтобы человек, который приходит сюда, чтобы он не только заплатил за газ, а чтобы он посмотрел, что его здесь ждут, его уважают, и мы каждого нашего потребителя мы ценим. Новый офис компании «Новатек» открывают в самом центре Южноуральска. Прежний находился на окраине, добираться туда было неудобно. А ведь клиенты компании практически все 40 тысяч жителей города, плюс население соседних районов и 300 промышленных предприятий. Поэтому и решили построить новый офис. Жители смогут оплатить здесь счет за газ, а бизнесмены заключить договор о поставках. И я очень рад, что компания «Новатек» пошла навстречу своей клиентуре. И сегодня мы открываем новый современный офис по работе с клиентами, который расположен в очень удобном месте и для пеших, и для мобильных групп населения. Южный Ураль стал третьим городом в области, где «Новатек» построил новый современный офис. Его открыли вслед за Челябинском и Магнитогорском. Сейчас решается вопрос о реконструкции офисов компании в горнозаводской зоне Усть-Катаве и Златоусте. Игорь Галактионов, Александр Павлов, ОТВ.